В зале победителей фотоконкурса Общественной палаты «Родная земля. Одинцовский край. 2018». Его итог – каталог с лучшими фотографиями. На конкурс были представлены 87 работ, однако только 19 стали победителями. Не иссякла земля наша подмосковными талантами, людей, умеющих видеть, оценить и зафиксировать красоты. Все, что было представлено, в полной мере и юношеские работы, и зрелые мастера показали свое понимание должного уровня современной фотографии. Этот конкурс создан для тех, кто способен разглядеть красоту Одинцовского края не только воочию, но и через объектив фотокамеры. Его участники смогли найти изюминку в буднях и поделились открытием с другими. Например, Александр Чугин сделал свой победный снимок по пути на работу, а Ксения – во время прогулки по Звенигороду. Мне нравится голубой цвет. То есть, как бы, и я родилась зимой, и вот именно зима – это мое любимое время года. Вот, понравилось что-то в этой фотке. Галина Рязанова признается. Она сразу поняла, что не сможет работать в судейской коллегии. Слишком сложно было из присланных фотографий выбрать лучшие. Поэтому в первую очередь решили отсеять те, что не подошли по качеству. Мы когда отсматривали, я сразу сказала, что я в принципе не буду принимать участие в оценке работ, потому что даже те работы, которые в плохом качестве, они очень-очень красивые. И вот мы наверное, будем делать такой упор на то, чтобы люди все-таки обращали внимание на качество, чтобы мы могли эти работы показывать людям. Церемония награждения победителей второго фотоконкурса «Родная земля. Одинцовский край» завершилась концертом. Его участники стали недавно отметивший свое 30-летие ансамбль «Домисоль», а также призер международных конкурсов «Театр чародеи». Раиса Киян, Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».